представлен примерный интерфейс, который показывался летом 2012 года. Но можно понять, чего хочется в базе данных, базе знаний хранить. То есть для каждого объекта, который там есть, предполагается наличие определенных атрибутов. У них атрибутов должно быть значение. И последствия из проекта Wikimedia и других проектов можно будет вызывать данные, атрибуты которых соответствуют каким-то требованиям, либо наоборот создавать атрибуты для каких-то объектов. Ну, движение идет последовательно. То есть на первом этапе предполагается внести туда интервью силы. Для тех, кто слышал, впервые часто возникает такое ощущение, что такое проект изначально амбициозный, довольно хочется программный заряд. Не совсем так, если чуть подробно, как его похоже. Вот, на следующем этапе предполагается создание базы знаний, вызвать базу знаний, завести данные из карточек статей. То есть фактически выполнил ту работу, которую несколько раз делали Google Explorer, вот проект Google Lockerbie, как ни странно. Они интегрировали эту базу знаний в основной блок. Потом этим занимался Nico, то есть они проводили работу, которые им переводили данные карты в объемную внутреннюю базу знаний, и они по выдаче это сразу показывает. Ну и следующий этап, это то, что я вам сказал, выдавать информацию по структурным вопросам, и потом и того, как это делать по основному базу, который гораздо больше охватом и открытым развитием пространства, несмотря на проект очень интересный, он закрывается на этих ошибках. Значит, да. А в информационных силах. В настоящий момент эти данные размещаются единая база информационных сил по всем проектам. С одной стороны, решается совершенно бинарная задача. Разрушаются интервью конфликты, создается единая база, где будут выходить интервью, и не надо будет интервью потом все время смотреть, где как родился меню, куда менять другие. Сейчас, например, в сфере прав очень много прав забито другими ботами, а на хранение заявок на данных ботов все время появляется новой заявкой от автора других ботов. Ну, по существу, сведению второй капитал, другие боты все остаются не нужны, либо будут выполнять гораздо меньше объем работы. Но это утилитарная задача. Но при этом решается и задача создания этой огромной базы знаний, о которой я говорю, что мы все-таки получили перспективы. Потому что кто такое статьи Википедии? На самом деле это набор тех объектов, о которых имеет смысл говорить. То есть набор большинства значимых объектов. Таким образом, создавая базу в интернете, мы на самом деле создаем набор всех объектов, о которых нам интересно говорить. То есть тех объектов, о которых нам нужна какая-то информация и которую нам хотелось проработать. То есть, условно говоря, если вам нужны 4 миллиона статей, то мы получаем 4 миллиона объектов, с которыми мы будем работать. В принципе, это достаточно большой объем информации, большой набор объектов. И для начального интеллекта начального уровня это более чем достаточно. Вот. Это показано, как примерно выглядит сам интерфейс мода интерфейсов. Там сверху название. Вот. Причем это название, в отличие от статьи Википедии, может быть одинаковым для разного набора объектов. Не показано на рефлайне, но вообще мы здесь первое название обычно говорит идентификатор. Идентификатор самоты правого вида Q, там, 307, например. С помощью этого идентификатора будет в дальнейшем, например,
описание такого. Это описание имеет смысл разрешения определенного. То есть если в названии так понятно, что это единственный объект такого рода, то описание оно не является обязательным. В настоящий момент идет рассуждение, когда насколько подробно должно быть это описание, но в принципе вполне достаточно одного однословного описания, то есть как у нас сейчас в Википедии статьи называется название статьи, а потом полностью уточнение. Вполне нормально, если название Википедии будет это название статьи, а в статье не полностью будет его описание. Ну вот, и, соответственно, для каждого языка выбирается название интервью, когда он будет если она сильно работает, если будет сложно